ДСП, ДВП, привезли всякие клей, житые гвозди, там, вплоть молотки, пилы. Вот сюда привезли, раздавали бесплатно совершенно. Целый ряд организаций предлагают помощь в размере 6660 гривен на человека. Это в качестве материальной помощи. Но, несмотря на то, что организаций несколько, сумма будет одна. От горсовета были представители милиции, полиции. Ходили по каждой квартире, заходили в каждую квартиру, выясняли, какие обстоятельства. Пока что составляют акты, а дальше там будет видно, пока еще никто ничего не получал. Нас поражают какие-то стены, которые сдвинулись на почти полметра. В этой операционной повреждено все наркозное, офтальмологическое, оборудование анестезиологов. Какие-то приборы пролетели 8-9 метров от места, где они были впервые установлены. Это, конечно, они не поддаются восстановлению, это понятно. Девочка принесла бутерброды, принесла воду, принесла термос с чаем. Поили, помогали, взяли лопаты. Худые, маленькие девочки гребли это стекло, просто чтобы помочь нам дойти до оборудования, до того, что сохранилось. Все дорогостоящее оборудование было, конечно, застраховано, но военные риски не покрываются страховками. Очень уважаемый в городе человек, офтальмолог, он пришел сюда, он передал нам часть денег, которые он заработал, оперируя на линии фронта, и сказал следующую фразу, что или мы все вместе выплывем, или мы все вместе утонем. Мы такая нация, которая преодолеет любые, даже самые большие испытания в нашей жизни.